Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5. Урок 37. Найди неизвестную площадь или сторону прямоугольника. Решение А. Нам нужно найти площадь. Для этого мы длину 9 умножим на ширину. 9 умножить на 3 будет 27 квадратных сантиметров. Площадь данного прямоугольника. Рассмотрим задание Б. Дана площадь, она равна 15, дана длина. Чтобы найти ширину, вторую сторону прямоугольника, нужно площадь разделить на его длину, то есть 15 разделить на 5. Получится 3 метра. 3 метра – ширина второго прямоугольника. Рассмотрим задание В. Известна площадь и известна ширина. Для нахождения длины прямоугольника достаточно площадь разделить на ширину. 24 разделить на 3. Получится 8. 8 дециметров. Посмотрите, в чем измеряется ширина и площадь. Длина данного прямоугольника. 8 дециметров. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.